Совет наставников провел очередное заседание в Караганде. Это новый консультативно-совещательный орган, где опытные и квалифицированные госслужащие из числа ветеранов дают рекомендации и советы молодым специалистам, а также помогают в профессиональной адаптации руководителям местных госорганов. Ирина Вабищевич продолжит тему. Задача по модернизации государственной службы – одна из приоритетных на новом этапе развития страны. Глава государства неоднократно упоминал о такой проблеме, как отсутствие преемственности и институциональной памяти в деятельности государственных органов. Кадровая нестабильность, частая смена руководства ведут к разрыву преемственности. Сегодня мы проводим третье заседание Совета наставников. Недавно назначенные руководители управления ветеринарии Карагандинской области и отдела строительства города Шахтинска предоставят отчет о проделанной работе и поделятся намеченными планами. По поручению Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы повсеместно и наш регион не исключение, созданы консультативно-совещательные советы наставников. Их задачами являются преемственность государственного управления и передача институциональной памяти, содействие развитию профессиональных навыков и адаптации назначенных на должности руководителей. Также задачами являются формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе, формирование духовно-нравственных ориентиров государственных служащих и устойчивой системы ценностей. Членами и сопредседателем Совета являются ветераны госслужбы, которые, занимая твердую гражданскую позицию, имея большой жизненный и профессиональный опыт, обладают уникальным ресурсом в сфере нравственного и патриотического воспитания. На заседании заслушали молодых руководителей. В свою очередь ветераны озвучили рекомендации об эффективных формах и методах работы на основе своего опыта, а также высказали поддержку и пожелания руководителям госорганов. Предполагается, что слаженная работа нынешнего поколения руководителей и ветеранов госслужбы будут способствовать развитию преемственности и сохранению эффективных методов работы. Ирина Вабищевич, Зулхарнай Исмахаев, Данил Заславский, 5 канал.